Samba, 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 lele. Samba, 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 lele. Samba, 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 lele. Samba, lele. Хор «Лесные голоса» появился в Лесногородской школе искусств в 2015 году. У каждого участника коллектива есть своя основная специальность. Кто-то играет на флейте, кто-то на фортепиано. Хоровое пение – это дополнительные занятия. Но ребята настолько ими увлечены, что продолжают приходить на уроки даже после окончания школы. На данный момент я уже являюсь выпускником, но до сих пор хожу на хор. Мне это на самом деле нравится. Здесь я могу показать свой голос. Хоровой коллектив часто принимает участие в конкурсах различного уровня, от региональных до международных, и получает призовые места. В ноябре хористы стали лауреатами первой степени в конкурсе патриотической песни «Купно заедино» в дистанционном формате. Выходить на сцену ребятам всегда волнительно, даже если это выступление не перед зрителями, а перед камерой. Но они научились справляться с волнением. Я себя успокаиваю, говорю, что все будет хорошо, я молодец, у меня все получится. Руководит коллективом молодой, но опытный педагог Мария Луконина. Она стремится дать ученикам не только профессиональные вокальные навыки, но и воспитать в них важные человеческие ценности, уважение друг к другу и чувство единства. С самых ранних пор я всегда детям говорю, что хор – это дружная семья, что мы единый коллектив, единый организм и друг другу практически родные люди. Ребята, многие именно на хоре начинают дружить. Более подробно о хоровом коллективе «Лесные голоса» и о Лесногородской школе искусств в целом мы расскажем во вторник в программе «Специальный репортаж». Мария Шматкова, Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».